Эта группа молодых чилийцев стремится распространять христианские ценности через доклады и социальные сети. Проект называется «Разум во Христе». Каждый год они устраивают большие мероприятия с приглашенными докладчиками, которые дают ценные жизненные свидетельства. Они надеются, что это помогает людям проснуться, слушать и меняться. Это то, что нужно миру, люди Божьи, и не в надменном смысле этого словосочетания. Нужны люди, которые сияют не для того, чтобы хвастаться, а для того, чтобы осветить. В конце концов, мы хотим, чтобы наши видео и доклады помогали людям действительно проснуться, выйти из своих зон комфорта и познакомиться с другими реальностями. Мы хотим, чтобы они узнали послание Христа через эти реальности. Тематика таких докладов касается всего, что можно найти в мире в обычной жизни. Мы решили использовать картонные коробки для нашей сцены, потому что они очень простые. Мы видим их все время. Куда бы вы ни пошли, вы видите картонную коробку. Это простой предмет, но когда вы ставите их на сцену с огнями, вы получаете отличный фон. Это становится значительным. Из очень простой вещи вы можете сделать интересную вещь. Мы можем сравнить это со Христом, которого мы видим повсюду. Он всегда присутствует, но в то же время он очень важен. Он величайшее, что может быть у каждого. Дело не в том, что Бог не говорит с нами. Бог всегда говорит. Мы должны быть открыты, чтобы услышать Его. Их беседы вдохновили тысячи людей разных религиозных профессий. Эти люди верят, что общество можно улучшить, только принимая других людей. Трансцендентность возникает из правильных поступков. А что делают поступки правильными, если вы принимаете других людей? Во время пандемии команда продвигала свою платформу в социальных сетях. Они также поощряют приходы и всех, кто заинтересован в том, чтобы использовать их записи для дальнейшего построения лучшего общества с глубокими христианскими ценностями.